Добрый день, уважаемые зрители канала Хитсад ТВ. В этом ролике мы расскажем, как сделать компостную яму своими руками. Одна из главных задач осенью – санитарная уборка участка и подготовка его к зиме. Каждый день собирается большое количество опавших листьев, растительных отходов и скошенной травы. Их используют для получения перегноя, а именно органического удобрения для улучшения плодородия почвы. Однако собрать растительные отходы в одном месте – это еще не все. Лучший способ их утилизации – это компостная яма. Чтобы ее содержимое быстрее преобразовывалось в удобрение и не вредило окружающей среде, нужно следовать некоторым правилам, как построить компостную яму на даче. Место для ямы выбирают недалеко от огорода, в затененном месте, чтобы не допустить пересыхания. При этом сооружение должно быть удалено от дома для избежания попадания стоков в питьевую воду. Дно ямы устилается ветками, древесной корой или сеном. Нельзя применять полиэтиленовую пленку или рубероид. Для нормального приготовления компоста ему необходимо тепло, хорошая вентиляция и влага, поэтому конструкция должна выступать над поверхностью почвы. Для ограждения можно использовать сетку-рабицу или деревянные доски. Под компостный ящик удобно приспособить бочку или пластиковый контейнер. Кучу необходимо периодически рыхлить и поливать, особенно в засушливый сезон. Если сверху компост накрыт темной пленкой, под ней создается парниковый эффект и удерживается влага. Лучше использовать специальные препараты, например, ускорители компоста. Их существует большое разнообразие, и перед применением обязательно читайте инструкции. Спасибо за просмотр, следите за новостями на нашем канале Хитсад ТВ.